А вы одни на Россию или еще есть такие? Есть еще компания, но у нас она, скажем так, одна из самых современных. То есть у вас современные технологии, современное оборудование. Алексей Валов знакомится с уникальными технологиями производства воздушных фильтров. Современная компания расположилась на масштабных площадях технопарка «Щелково». Это 60 тысяч квадратов для нужд самых разных арендаторов. Мы строим склады, склады класса А. То есть мы подходим по всем параметрам, то есть высота складских помещений более 10 метров, полы, антипылевое покрытие. Строим вот здание, находятся потенциальные арендаторы, и уже под них мы начинаем как бы подстраиваться. Офисно-складской комплекс расположен в восточной промзоне Щелково. Это не только удобство для компаний-арендаторов, но и подспорье для нашего района в создании новых рабочих мест. Тут там уже работают 600 человек, это важно для города. И то, что работают наши, щелковские, тоже очень важно. Та программа, которую мы заложили, каждый год создавать хотя бы по 1000 рабочих мест, она потихонечку выполняется. Не все сразу, конечно, но я думаю, что мы эту программу продолжим. Еще два корпуса у них есть, еще 200 рабочих мест. И получается, там в этом технопарке будет работать 800. Алексей Валов высоко оценил технологические возможности комплекса, а также прислушался к просьбам руководства компании о более удобном подъезде к складским площадкам. Еще одним пунктом этого рабочего выезда главы стало посещение Гребенского кладбища. Здесь уже начались работы по возведению пешеходной дорожки, о которой неоднократно просили жители. Приняли решение, и за счет сэкономленных средств сейчас будет построен пешеходный тротуар, пешеходная дорожка вдоль ограды кладбища для того, чтобы обеспечить круглогодичный подход, вне зависимости от того, сколько атмосферных осадков выпало к любому кварталу этого кладбища. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».